С вами я, Майнер, и Тирекс. Здорово. И мой друг. Что ж, сегодня у нас будет обзор на вот такую коробочку Лего. В ней 4 деталей, 6 с плюсом, и логотип ее 1215. Называется Пикбот. Так, ты иди, а я буду обозревать. Первая мини-фигурка у нас вот такой пилот. У него есть кепка. Синяя классическая кепка. Ну, биза, кепка, я не знаю, у них такие все. Принты на теле. Спереди. Лицо. Сзади принтов никаких нет. В принципе, классическая фигурка мне она очень нравится. Саш, потому что вторая фигурка. О, у меня здесь много всего. Короче, вторая фигурка вот такая. Водолаз. Это водолаз. У него есть маска. Ласты. Такие вот ласты. Длинные. И сзади. О, да, баллон с воздухом. Что ж, шлем у него снимается с маской. Вот маска. Маска очень маленькая, как всегда. Шлем тоже на голову, чтобы нарезал. Сделан. Ласты. Вот такие. Сам человек. Еще к нему в комплект шла вот такая сабля. И вот такой вот. Фотоаппарат большой. Из трех деталей фотоаппарат большой. У нас типа самый такой. И это как бы вся мини-фигурка. Следующее то, что у нас было, это дельфин. Дельфин, он очень продетализирован и очень красивый. Но правда здесь вот, ну, просто прямое сделано, не сомнили. Ну что ж, мы приступаем к нашему гору. Что ж, мы встретимся через секунду. А мы продолжаем. И вот. Вот такой вот набор. Ну, не маленький такой наборчик. Первое, что бросается в глаза, это его ракета. А ракета здесь устроена как обычная. Вот здесь вот нажимаешь и вылетает. Сейчас я это вам покажу. Так вот, то если сильно нажать, то она летает по лишь. Давайте мы покажем. Тихо, ты сейчас разломаешь. Шлюзы такие, как пропеллера. И вот здесь вот как будто пушка, я не знаю, что это сделано. И здесь пропеллер. Еще здесь сделаны ракеты, как будто они выпускаться должны. Здесь сделан очень хороший спойлер. Мне нравятся такие. И сама кабинка. Кабинка очень прикольная получилась у создателей. Открывается стекло. Открывается стекло. И, кстати, еще на стекле вот здесь вот такие глаза. И провода такие. Ну, шланги, я не знаю. Которые вот. Дают воздух. Смотрите. Внутри вот здесь вот находятся рычаги, которые сгибаются. И как спидометр или... Я не знаю, как это называется. Да, спидометр. И вот здесь вот еще, надеюсь, вы видите, вот здесь вот находится еще один экран. И вот эта вот фигурка у нас... кепке, садится туда. Ну и ведет как бы этот аппарат. Сейчас мы ее сильно пихать не будем, потому что можем поломать. Потому что можем поломать всю конструкцию. Да. Поэтому на задний стоит. Просто вот так вот сделаем. Ну что ж, я думаю, вам это видео... Также в этом наборе были... А, ну да, в принципе. Но это, я думаю, не самое главное. Здесь как бриллианты. А здесь трава. Ну просто как заросшие клад. Ну что ж, я думаю, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!